Друзья, всем привет! Трехминутный ролик, растопил каминчик, тепло, хотя на улице уже наступают холода. Дай бог всем здоровья, ребят, чтобы был мир, доброта и уважение. А мы приступаем. Сегодня пришло мне, как говорится, рыбки, чуть-чуть, которая очень нужна мне, она всегда востребована. Корм, корм я использую для своих всех питомцев. Ведро зачем? Потому что я с аквариума сливаю водичку в ведро, ставлю рыбку, она чуть-чуть, как говорится, адаптируется. Ей это, наверное, есть так издалека, поэтому большая адаптация не нужна. Рыба здоровая, красивая, уже проверенная годами. Так, давайте с вами пробежимся, посмотрим, да, кто у нас тут есть. Так, это у нас Данио Рию Лонгфиш с длинными плавниками. То есть я взял себе их 200 штучек, мне очень нравится. Так, это у нас, пакетик, вот плохо видно, коридоросы золотые. Это коридоросы золотые. Так, следующий пакет. Кто у нас? Тоже Данио. Длинные плавники. Уже красивенькие, веселые, шустрые рыбки. Давайте мы сюда поставим пока. Так, дальше кто у нас? Дальше у нас... А это у нас неон. Неон золотой. Кстати, хороший размер. Супер, дико доволен. Так, ставим сюда золотого неона. Так, кто у нас тут дальше? А это у нас... Пигмеи, коридоросы пигмеи, убираю их в сторону, потому что у меня уже известно, кто куда поедет, кто куда пойдет. Так, это я уже показывал, это Данио, что сбился уже. Так, дальше у нас, это у нас неончик, это красный неон, маленький. Значит, мы его, у меня верхний аквариум пойдет, там где анубиусов много. Так, это тоже мелкий неон, это тоже красный, потому что красному неончику надо подрасти, очень быстро растет и все хорошо. Тут у нас коридоросы золотые. Ой, дальше у нас кто, ребят? Это тоже Данио, длиннохвостые, вуалевые, кто как их называет. Еще должны быть неоны простые. А, это разборочки, клиновидные, клинопятнистые, или как там их называют. И вот тоже разборочки. Мне очень не нравится. Стайная рыбка красивая, живая и шустрая. Все, ребят, видите, быстренько вам показал, рассказал. Рыбки немного мне пришло, но пришло той, которой надо, потому что своей рыбки у меня предостаточно. И хочется взять точечно та, которая нужна. Все, ребят, спасибо за лайк. Комментируйте, помогаете продвигаться маленькому доброму каналу, как у меня. Всем пока, друзья.